Первый ненастный день после продолжительного весеннего тепла выпал на рождественский сочельник. Больше полумиллиона кубанцев минувшей ночью посетили сельские часовни и большие соборы. Плохая погода не омрачила настроение верующих. Они приходили в храм еще до начала рождественской службы. Это очень радостный, светлый праздник. Мы всегда участвуем в богослужениях. Это праздник добра, радости, веры. Мы очень любим этот праздник. Мы обязательно каждое Рождество стараемся прийти на ночную службу. Это всегда какой-то детский восторг, радость и самый добрый такой душевный праздник, с которым много воспоминаний связано, вот детские подарки, сладости. Каждый год обязательно хожу на всеночную службу. Это уже для меня традицией стало. Если я не пойду на всеночную службу, это уже праздник, не праздник. Перед торжественной службой в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара губернатор Вениамин Кондратьев поздравил со светлым праздником митрополита Екатериндарского и Кубанского Исидора. Глава региона подарил традиционные белые цветы, которые символизируют благую весть о рождении Спасителя. В Федеральном соборе Краснодара торжественную литургию провел владыка Исидор. Вместе с губернатором на богослужении были его заместители Анна Минькова, Алексей Капогородский и глава Краснодара Евгений Первышов. На рождественскую службу люди приходят целыми семьями, от мала до велика. У каждого верующего своя цель – поставить свечи, помолиться или загадать сокровенное желание. Теплые эмоции, семейный праздник. С детства мы его очень любим, чтим. Такая радость являться православным человеком, жить в России. Вот, и на Кубани тем более. Поэтому этот праздник мы любим и радуемся. То, что можем его отмечать в таком замечательном месте. Это для меня действительно праздник, это наша семейная традиция. Мы каждый год ходим в церковь, и не только в Рождество, но как-то этот праздник, он волшебный. Вот, поэтому мы до сих пор верим в чудеса. И приходим благодарить за них каждый год, за то, что происходило в прошлом году. Рождество – это великий праздник, это когда в мир пришел Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Ну, конечно, мы ходим на богослужение и недолго его ждем, потому что пришествует пост, и, наконец, мы после службы приходим и начинаем садиться за этот вкусный стол, который уже не постный. Ну, великий праздник, светлый, очень добрый, радостный. С первой звездой православных закончился рождественский пост, и наступили святки, которые продлятся до крещенского сочельника. Виктория Савенко, Алина Сорокина и Дмитрий Забелин, Кубань-24, Краснодар.